4-0. Алекс Грант. Шикину просто не хватило сил. Не сумел он своевременно среагировать на вот этот бросок из-под своего игрока. Ну и бросок получился хороший. Лишка. Бросок Тимашова, и шайба заползает в ворота. Николай Тимашова, партнеры поздравляют. Второй гол в сезоне, третий набранный очко. Опять клюшку переложил. И опять Тарас меня проиграл. Баранцев зарядил, это гол! Дальний бросок приносит успех автомобилисту. Денис Баранцев, 1-1. Белялов прямой бросок пропустил, насколько я понимаю, да? Зарядил Николай Елисеева. Елисеев. Опа! Гол! Николай Елисеев, 3-2! В чем сила Елисеева? В броске в том числе. И вот как раз Николай Елисеев его нам продемонстрировал. Классный гол. Поменялись местами со Шмелевым. Шмелев обратно на Синин. Анкутов, ну и подбросок. Кольдва, это гол! И Павел Коридов реализует большинство. Бросок классный получился у Павла Кольдова. Это его третий гол в сезоне. Мягкая передача на Вовченко. Тот бросает и забивает. Даниил Вовченко. Я бы отметил именно передачу Гераськина. На ход Даниила Вовченко. Тот пульнул в дальний угол Максима Третьяка и забил. Вот такой проход Александра. И здесь бросок. 2-2. Вот как. Забивает Игоря Жиганов. Мощным броском пробивает Шостака. Там, по-моему, еще и Шостака сбили на пятачке. Жафярову не дают идти на ворота. Хайрулин. Бросок и шайба в воротах. И это Жиганов. Попал, конечно, Жиганов здорово. И на противоходе попался здесь Исаев. Шайба над ловушкой влетела в левый от него угол ворот. Бесподобный.